Ну, а политика в Киеве сегодня не закончилась лишь утренними голосованиями в Верховной Раде. Есть новости и из Конституционного суда. Депутаты от оппозиционного блока обратились в Конституционный суд по поводу закона об образовании. Оспаривают норму об обязательном обучении во всех школах на украинском языке уже с 5 класса. Напомню, возможность обучения на языках национальных меньшинств законодатели оставили только для начальной школы. Эта норма вызвала критику как в Украине, так и в странах Европы.